Срок пребывания без регистрации по месту проживания и месту временного пребывания для граждан продлен от 10 до 15 дней. Оформление регистрации по месту постоянного проживания и месту временного пребывания производится в течение одного дня, что автоматически исключает частые визиты в органы внутренних дел и ожидание решения своего вопроса. С 1 апреля уже не требуется наличие регистрации по месту постоянного проживания в Ташкенте и Ташкентской области для граждан Узбекистана при приобретении недвижимого имущества в этих регионах.